Администрация группы «Женский футбол Беларуси» в Телеграм. Этот матч центральный, безусловно, этого 15-го тура. Жду, дорогие друзья, что будут у нас, возможно, возникать небольшие проблемы с картинкой. Плохая погода Петрашка и тренер молодежной команды Алексей Волков. По крайней мере, так они представлены в протоколе матча. А здесь АБФФ Ю-19. Сейчас посмотрим угловой. Артишевская подача. Высоко. Ну и здесь Конок кулаками отбивает этот мяч. Злосчастный серый столб, который будет мешать нам обеих флангах. А здесь, смотрите, первый гол забивает Зорка Быду. Это еле Гифт Атувия. Высоченная футболистка забивает своей головой этот мяч. Есть рослые футболистки у Зорки БДУ, и Атувия это уже доказала. Подача, Иконок снова выбивает неуверенно, как мне показалось. И здесь на добивании Яна Рай. Летел мяч в ближний угол, но 21 номер Витебска отличиться не сумела. А здесь очередная атака Зорки БДУ. Пас направо, неплохой на Викторию Герус. Подача во вратарскую и неточная подача от Виктории. Мяч покидает поле. Сохраняют Днепр 4-й и Витебск, соответственно, 5-й. Продолжается эта атака Зорки БДУ. И второй гол забивает 8-й номер минской команды. Это Ольга Капыш отличается на 30. И удар Яны Артишевской. И отличный сейф от Елизаветы Конок. Но на добивании снова первые футболистки Зорки БДУ. И кто же это был? К сожалению, не успел оператор повернуть мяч. Давайте смотреть повтор. Отличный удар в левый угол от Яны Артишевской. Но пока не видно, за счет чего витебская команда все-таки может забрать этот матч. И здесь еще один опасный момент у ворот Витебска. Возвращается в штрафную помочь своим футболисткам. Снова высокая подача от Артишевской. И здесь неуверенное действие от Елизаветы Конок. В сегодняшнем матче стартует второй тайм. Витебская под номером 21. Анастасия Лобашова, 24 номер. Здесь отличный удар от футболисток Витебска. И посмотрите, какой прекрасный гол получается у... Решает отдать передачу на Игрушу. И здесь Игруша удар. И ближний угол, это 3-2. Отличная комбинация от футболисток Витебска. Все становится еще более интересным в нашем матче. Еще 20 минут целых наблюдать на это противостояние, которую посчитать, наверное, смогут только присутствующие на матче люди. Ну, в чате трансляции у нас стабильно за 100 человек. 115, 120. Здесь удар от футболисток Зорки, и мяч идет мимо ворот Беларуси. Это атака Витебска, Васильева, подача. Неплохая подача, и мяч оказывается в сетке. Смотрите, что происходит с витебской командой. Пока счет в пользу гостей, но все еще может поменяться. Здесь неуверенный выход от Елизаветы Конок. И под мои слова, что счет в матче может поменяться. Зорка БДУ забивает четвертый гол и, наверное, ставит точку в этом матче. К сожалению, для болельщиков витебских. И, к счастью, для болельщиков, соответственно, настроению и таким неспешным походкам футболисткам. Да, хорошего вечера, до свидания. Увидимся на следующих матчах женского чемпионата Беларуси по футболу.